Доброе утро всем! Итак, новый город для меня открылся. Городок Волоколамск. 1135 год рождения. А мы идем позавтракать и поедем уже на трассу скоро. Ребят, всем привет! Короче, такая ситуация. Мы с Димоном вышли из гостиницы. И это тот случай, когда говоришь, выходишь и говоришь, а где я вообще? Мы вчера в 12 часов ночи по местному, по московскому приехали в какой-то город. Даже не видели, что мы в городе. Вообще ехали в гостиницу. А 12 часов ночи по местному, это 8 утра по нашему. Конечно, мы уже спали. А сегодня выходим, где мы, что мы, куда идти, куда бежать, не пожать, ничего. Ребят, всем привет. Короче, такая ситуация. Мы с Димоном вышли из гостиницы. И это тот случай, когда говоришь, выходишь и говоришь, а где я вообще? Мы вчера в 12 часов ночи по местному, по московскому приехали. Ребятки, всем привет. Мы уже на МРВ. Позади меня ПВГ Моторспорт едет. Вот наша фура приехала. Вот Форвард Авто. Мы рядышком стоим. Потом с нами рядом Фейл Крю. РДСная фура. Вот гоночников иностранных фура. Это IMOL Racing. Ну, народ прибывает потихонечку. Вот даже турики ездят. Соты. Ну, какой-то Dark Side приехал. Так, мы чуть-чуть прогуляемся. Вот наши, точнее, RDS GP-шные дрифт-такси. Mark 2. Волга. И посмотрите, кто стоит, спрятался такой за фуру. Это же бывший школьный Лаурель. Вот он уже подкрашенный. ВТБ, все дела. Красавчик стоит. Листочки ему эти не очень подходят. Так что вот, можете на лаурельчике прокатиться. Вот тут все как было. А нет, вот полы добавились. Крутые. Так, ну как видите, здесь Дайго Сайта, Чарльз Энг и Джеймс Дин будут находиться. Здесь Форвард уже выстраивается потихонечку. А это даже сам Гоча, я его не узнал, он похудел, что ли. Привет. Пока все в техпарке строятся, пришел повизуализировать. Вот этот нужен кубок. И вот этот. А этот до кучи. Как говорится, мечты сбываются. Попытаемся их. Так, фура на месте, машины на месте. GP1 Гришина. GP2 или наоборот. Блин, я их сейчас не отличаю. А нет, отличаю. Это точно GP1, это GP2, все. Ну а это Сильвия S15. Пока у нее официальное название такое. Может измениться. Так, надо вопрос с приводом решить и повесить канарды всякие красивости. Ну и так по мелочевочке. Так, ну а у нас продолжается подготовка, выстраиваемся, уже полы постелены, сейчас фуру подровняем, машинки сполоснем, потому что сливушка грязная. Кстати, вот один из подписчиков предложил назвать ее Приморочка, а кто-то GP15, ну, GP1, GP2, GP15 сразу, да, такая, высокие технологии. Пока вот таких вот комментариев. Ну, участвуйте активнее. Я думаю, если понравится название, придумаем какой-нибудь приз. Так, а тут поехали уже Баба-Яга Моторспорт. Это Шкуратов. А вот тот цвет, который мне нужен. И он почему... А, он не напечатанный. Нет, нет, нет. Вот где бы мне взять такой, чтобы он не выцветал. Ну, посмотрим.
выцветит, нет. Пока новое, это все хорошо смотрится. А тут и шины наши приехали. Вот на трианглах помчим. Да шучу. Вот эти. Летели, прилетели наконец. Ну вот наша шина, на которой помчим. Знакомьтесь, Зигновая RS606R1. Она такая, с цветочками. Это чтобы с любовью обгонять всех. Так, Гриха у нас готовится к тестовым проездам. Пойду посмотрю на него. Ну, Алиша. Ну и я. Так, проходим тихком. Выступаем под номером 7. Вот суровый техкомиссар хочет. Так, ну а вот и обновочки для Сильвии. Совсем новенькие космисы. Рейсинг в размере MR7 18x9. Вот такие. Спасибо Степе Азарову за и Автопрофи за такой хороший скидончик на дисоль. Так, ну вот мы открываем дисочки, посмотрим, как они вживую выглядят. Ох. Посмотрите. Ох, какой жирок-то, а. Дипчика бы чуть-чуть побольше, вообще шикардос был. Ну и в целом и так хорошо смотрится. Да? Так. Оп! Да не, шикарно, шикарно. Ночь последнего болта объявляется открытой. Да, Дмитрий Олегович? Да не, у нас тут сочетательно.